Легалась в Чехии, легалась в Швейцарии, легалась в Германии, легалась в Испании, легалась в Голландии, легалась в Канаде. Скурят все, кому не лень, все в порядке. Взрослые дяди, молодые леди, водители в такси, политики, коллеги, кондукторы, матросы забивают папиросы и по кругу раздают друг другу паровозы. Курят дома, курят на районах, курят в машинах, курят на перронах, курит дядя Ваня, курит тетя Соня, курят даже их друзья из Эстонии. Курят там, где можно, турят, где, блядь, нельзя. Никого не парят, чисто улыбаются, никого не бьют, не пьют и не ругаются. Так почему можно бухать, а курить нельзя, блядь? Все страны мира, собирайтесь смело. Давайте вместе легализуем тему. Бояться надоело, ведь это не дело. С улыбкой на лице сломаем стены системы. Все страны мира, собирайтесь смело. Давайте вместе легализуем тему. Бояться надоело, ведь это не дело. С улыбкой на лице сломаем стены системы, блядь. Курят депутаты, коммунисты, демократы, курят, невзирая на свои мандаты. А ты баты, курят солдаты, курят олигархи, курят аристократы, курят покупной, курят самосады. Но не говорят об этом вслух, им этого не надо. Они бы рады, но закон сказал, что если кто-то курит, то преступник он. Хотя во всем мире, в любом коллективе, те, кто табачит, всегда на позитиве. В телерадиоэфире тоже есть такие, но им не скажут, что такое, блять, они курили. Блять, хуй знает. Пиздец, я ебал нахуй такой текст, нахуй.